Друзья, всем привет! С вами снова Стейси. В этом видео я вам расскажу, поделюсь своим опытом получения биометрического загранпаспорта на 10 лет в Армении, о том, какие документы требуются, куда идти, сколько это времени занимает. Вы узнаете из этого видео. Также под этим видео я оставлю полезные ссылки и информацию относительно загранпаспорта. И не забывайте подписываться на этот канал. Мы начинаем. Поехали! Ура! Сейчас 10 часов утра, я уже вышла из консульства, посольства России в Ереване. У меня был талончик на 9:35, я в 9:20 уже была там. И вот, как видите, уже в 10 утра вышла, то есть буквально за 40 минут, даже быстрее. Все удалось сделать. Ну, на входе показала талончик там охраннику, он там позвонил сотруднику, там, что у нас загранпаспорт, и меня пропустили. Вот, я зашла внутрь, там уже несколько человек передо мной были. Там работало одно окошко с утра на загранпаспорт, и второе окно там на юридические услуги. Вот, передо мной было человека два, наверное, и два еще ждали там квитанцию об оплате пошлины. Вот сама анкета, фотографирование и скан отпечатков пальцев заняло где-то минут. Ну, короче, 2-3 минуты, и все было нормально. Если какие-то огрехи, они там корректируют прямо на месте. У меня, например, там было в анкете написано, что замен действующего паспорта. А у меня паспорт ограниченный, еще предыдущий действует. Поэтому она там подкорректировала. У мужика до меня она там корректировала время пребывания здесь, в Армении. То есть такие уже. И ничего, скорректировала, и все, документы приняла. То есть она там не придиралась. Вот, потом там девушка нам
стояла на терминале, сразу же оплачивала квитанции, помогала оплачивать пошлины. И лучше вот без сдачи сразу там наличными давать, и очень удобно. И несколько минут подождать, и они дают квитанцию об оплате. Вот. Вот, собственно, и все. Но когда я выходила, уже людей у посольства было раза в два больше, в три. Вот, поэтому хорошо, что я рано утром успела. Еще людей мало было. Поэтому самое такое классное время. Мне кажется, потом очень много людей, и как-то так уже нервно, шумно. Поэтому чем раньше, тем лучше. Вот. Теперь жду. Сказали, что в течение 3 месяцев они позвонят на армянский номер и скажут, когда можно забрать. И также можно на сайте посмотреть, я так поняла, по QR-у. Вот. Так что все прошло быстро и успешно. И, кстати, я начиталась негативных отзывов, а все было достаточно дружелюбно. Не было ничего того, что я дочиталась. Так что все окей. Про загранпаспорт. Я хотела добавить, что у меня на сайте висел статус уже 100% готовности паспорта, но они мне давали справку, что дождитесь звонка. А так как мне надо было уезжать в срочном порядке, то я не дожидалась звонка, сама им позвонила. И в итоге я им звонила 20 числа, они мне говорят, что мы подаем списки и можно там 24 уже прийти забрать. То есть там через 5 дней уже можно было забрать паспорт. А вот если бы я ждала звонка, я думаю, все время было бы дольше. То есть возьмите на заметку, что если вам срочно, то вы можете сами позвонить, сказать, что вот на сайте уже 100% готовность высвечивается. И, возможно, они просто не успевают всех обзвонить. Если вам для ускорения процесса это поможет, то можете позвонить им и записаться. Ну, скажите, что у вас что-то срочное, что там уезжаете, еще что-то, если, ну, правда, такая ситуация. Вот. Так что имейте в виду. Наконец-то я получила новый загранпаспорт на 10 лет, биометрический. В общем, не так долго после подачи заявки, примерно 1,5 месяца. И они звонят, либо пишут на почту, и можно забрать паспорт. Так что все супер. Ну, я где-то минут 50 постояла в очереди. Так, в принципе, нормально все быстро прошло. Минут 40-50. Там уже, когда внутрь попадаешь, они оперативно там все делают. Но сначала запускают там по 5 человек, поэтому не пугайтесь. Да, то есть перед входом там все время толпы. Но они там запускают по 5 человек. Ну так, достаточно оперативно, и внутри все быстро проходит. То есть буквально 3 минуты и отдают паспорт. Там только вы расписываетесь, проверяете свои данные. Расписывайтесь в заявлении, расписывайтесь на какой-то бумаге, расписывайтесь в паспорте и все. Вот, так что все быстро, достаточно. Хотя я немножко переживала, что будет дольше, что я не успею, потому что мне назначили время с 14 до 16. Вот, а так как я подошла к 3, я переживала, что могу не успеть. Но в 3:45 я уже вышла, поэтому нормально все. Я еще напишу, кстати,
сколько у меня вообще весь процесс занял. Я сейчас на память не помню, но вот на экран выведу информацию, когда я заполнила анкету, когда я там подтверждала, когда они мне ответили, когда я получила. Вот, для наглядности, чтобы было понимание по срокам. Вот. Так что эту информацию смотрите вот здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было полезно. Также напоминаю, что под этим видео я ставлю полезные ссылки и информацию относительно получения загранпаспорта в Армении. И не забывайте подписываться на этот канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!